can't believe it was someone I knew. I'm glad he's been caught. Should be safe now. No, please! Друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и сегодня нас ждет мрачный детектив. Это «За гранью жестокости», часть под номером 7, и называется она «Монстр в маске». Вы, наверное, видели предупреждение перед началом этого видео, в самом начале, точнее, этого видео. Ограничение по возрасту 16 лет. Я, честно, только один раз что-то подобное видел в подобного рода играх, так что имейте это в виду, что вы смотрите видео, где могут содержаться сцены насилия и жестокости. Итак, друзья, начнем. Что сказать про эту игру? На сайте Big Fish у нее средний балл 4.0, то есть игра имеет хороший рейтинг. Вообще, это последняя часть, которая имеет оценку 4 и выше, то бишь хорошо. Дальше игра скатывается непонятно куда, особенно девятая часть, которая имеет на данный момент оценку 3,2. Это худшая оценка из всех игр серии. Но не будем заранее, как говорится, посыпать голову пеплом. У нас тоже был такой случай с одной из частей Grim Facade, где пользователи сайта Big Fish Games ее не очень оценили, а мне она понравилась, вы знаете. Поэтому всякое бывает, но выбрал я эту часть намеренно, я имею в виду именно в последовательности, как я прохожу остальные все игрушки, так как у нас в последнее время было такое засилие хорроров, триллеров и вот чего-то подобного. Так что давайте немножко сменим антураж, вместо призраков попробуем поймать реального человека, который, видимо, совершает какие-то жестокие убийства. И по начальному ролику, честно, я немного понял, кого-то посадили, возможно, посадили невиновного, либо посадили человека, который дорог тому, кто был в маске. Возможно, это так, но, знаете, слишком мало фактов и информации, чтобы какие-то вообще выводы сделать. Давайте посмотрим, что здесь за ачивки существуют. Обычно в этой части, вообще в этой серии, пока что ачивки были все очень и очень простенькие. О, тут какие-то интересные такие есть эти. Используйте подсказки 100 раз, представляете? Но я это делать, друзья, не буду. Я подсказки не приемлю, в принципе. Конечно, для ачивки я могу в каком-то месте встать и 100 раз эти подсказки нажимать. Но там же тот же ползунок, он же набегать должен. Вот тут вроде бы есть интересные ачивки. Вообще здесь, по сути дела, получается, есть часть сюжетных ачивок, есть ачивки, связанные конкретно со сценами поиска, точнее, только одна такая ачивка. И вот здесь есть две ачивки, которые друг другу противоречат. Не используйте подсказки на протяжении всей игры и используйте подсказки 100 раз. Я такое больше всего не приемлю. То есть за один присест мы не сможем пройти, друзья, точнее, выбить все ачивки. Это не очень хорошо. И такое замечено было раньше у ERS Games в других сериях. Так что, друзья, изначально мы одну ачивку выбить уже не сможем. В общем, давайте просто играть. Относительно здесь ачивки такие непритязательные. Какие-то головоломки решить, какие-то диалоги послушать. В общем, все, что мы, в принципе, делаем всегда. Ничего особенного, связанного с уровнем сложности, прохождением какой-то головоломки в идеальных условиях нету. Поэтому просто наслаждаемся игрой. Надеюсь, нам это удастся сделать. Повторюсь, не было никакого уровня сложности, поэтому выбираем простой. Соответственно, погнали. Вообще, в последнее время в серии Grim Facade как-то зачастили вот эти вот убийцы в масках. Помните, в прошлой части тоже кто-то все скрывался в маске. Потом, немножко ранее,
тоже этот ход был придуман. Что-то как-то преступники не блещут фантазией. Нет, помощь нам не нужна, друзья. Что-то монетки будем искать, я смотрю. Ну, здравствуй. Hello, detective. I'm glad you joined the department. I've heard a lot about your work. We've got a strange case in our hands. Do you remember those terrible murders that terrorized the city? You probably read about them in the newspaper. The man we caught has been sentenced to be executed. But it turns out we may have been wrong. As I was saying, the man who was convicted of those murders might be innocent. Либо убийцы было двое. There's been another murder with the same MO. The killer even left a note with the victim's name crossed off. The press doesn't know that detail, so I don't think it's a copycat. Да, только хотел сказать, что, возможно, просто повторяет кто-то, но если он оставил записку, а это неизвестно журналистам, это подозрительно. The real bloody Stanley still out there. We have to stop him. He killed Tom Myers, the undertaker and owner of the funeral service shop. He did it right under our noses. Мотивы? You're new here. This is your case, but I'll be helping you in any way I can. Everything you need to know is in the archive. The evidence is in the evidence box. Это опечатка. Это, кстати, друзья, перевод студии Алавар, но в последнее время несколько опечаток хотя бы за игру, но, честно, мне удается найти. Вот одна из них, к слову. Go through the archive and familiarize yourself with the case. I'll be back soon. I have an urgent meeting to attend. Хорошо, до свидания. Будем сейчас посмотрим улики и будем что-то думать. Вообще, друзья, кто любит детективы, я хочу вам посоветовать один сериальчик. В 2017 году вышел, называется «Охотник за разумом». Это известный, снял его известный довольно режиссер Финчер. По-моему, я правильно его назвал, могу ошибаться. Вот. Ну, кто знает, вот, допустим, фильмы «Игра», «Семь», такие вот психологические триллеры про маньяков, то, пожалуйста, ознакомьтесь. Очень много интересного вообще узнаете. О преступниках. Все они имеют свои так называемые мотивы. Только нам их сложно понять. О, прям какая-то мистика. Я предлагаю вам бросить расследование этого дела, детектив. Вы невиновны, поэтому я могу вас пощадить. Код 1356. Вообще, друзья, помните, в прошлой части нашего героя очень часто убивали. Это довольно редкий ход. И нас какой-то кот, у которого 9 жизней было, ну, как и у любого нормального кота, естественно, он нас оживлял. Может быть, здесь тот же кот появится, потому что угроза-то довольно... Вот, что это такое? Ух ты. Ух ты. То есть здесь можно купить какие-то штукенцы еще. Прикольно, друзья. Пока у нас слишком мало деньжат, чтобы тут что-то приобрести, соответственно. Самая дешевая вещь, по-моему, стоит там... По-моему, я 4 видел. Нет, 5, наверное. 5, да. Ну, такого не было в прошлой части. Мы покупали обычно что-то, что нам надо по ходу игры. Кровавый Стэнли пойман и арестован. Теперь горожане в безопасности. Хэнк Уильямс, известный как Кровавый Стэнли, был арестован в прошлом месяце за совершение жестоких убийств, которые потрясли весь город. И теперь находится в тюрьме в ожидании своей смерти. Смертная казнь над ним состоится через несколько дней, и горожане наконец будут в безопасности. Детектив Гудмен. Естественно, мы сейчас все разгадаем. Так, револьверчик. Нет патронов, но это естественно.
Ящик с уликами, нужен ключик. Которого у меня пока нет. Вы знаете, друзья, меня смущает один факт. Если информация по поводу того, что преступник оставлял какие-то записки, ну, получается, записки с именами жертв, это была закрытая информация, тогда и преступник знает, что я уже вот в деле, то есть мне пришла вот такая вот писулечка с угрозой, значит, он, у него есть какие-то люди, информаторы, получается, в полиции. Так выходит? Как он еще мог узнать, что я вот работаю? То есть, либо это сам инспектор, либо кто-то другой, связанный вот с этими делами. Но мы не знаем, кому мог инспектор тоже, в принципе, сообщить, что я вот не инспектор, а, получается, молодой капитан полиции Джек Бладшет. Ладно, давайте будем... Ой-ой-ой, ага, 1, 3, 5, 6. Итак, убийство Тома Майерса, дело номер 1752. Место преступления, похоронное бюро убийства, было совершено примерно в час ночи. Жертва, имя Том Майерс, возраст 40 лет. Детективы оставят все предметы, относящиеся к делу, в соответствующем ящике с уликами. Убийца перерезал жертве горло и оставил записку с именем жертвы. Сюда пока не залезть. So, have you examined the files in the archive? Да, маловато материала, все по телефону можно было сказать. Good. Go to the crime scene and start your investigation. I'll check in with you later. Значит, тут у нас коробка осталась. Но я не совсем улики-то я не посмотрел. Ты какой странный человек. Ритуальные услуги. Ну. А, так это опечатанное место преступления. Это точно девушка. Это да. О, друзья, кот с прошлой части, смотрите. Вы видели этого кота? Кличка Смерть, окрас серый, полосатый, размер огромный, любимая еда молоко. Прикольно. Разыскивается серийный убийца по прозвищу Кровавый Стэнли. Если вам станет что-нибудь известно, сразу же обратитесь в полицию. Кровавый Стэнли вернулся, жестокое убийство семейной пары. Молодой мужчина был жестоко убит, кровавый Стэнли держит в страхе весь город. Друзья, тогда можно предположить, что нашего героя тоже будут убивать. Смотрите, кто-то нож точит. Главное, напротив участка. Так спокойно заходят люди. А что я вставлю? У меня предмета нету основного. Еще один. И это мы помним. Загадка Венец. Это, друзья, пасхалка с Леонардо да Винчи. Hello there, detective. Investigating late at night? I'm not doing anything illegal. You'll have to look somewhere else. Ха-ха-ха. I'm just a simple merchant, providing people with what they need. All them fancy stores are closed this time of day.
I can get you whatever you need. For a price, that is. Смотрите, друзья, как у них это. Oh, I found this key near the police station. You may need it. I'll accept a small reward for it. Круто. Ключ от улик продается у непонятно кого. Вот, конечно, друзья, уже немножко все пошло за гранью привычного, потому что ключ от улик находится у постороннего человека. Улики мы используем. Вообще, видите, кого-то только что шило выкинули, а это улика, получается, была. Ну, ладно, не будем. Нюхательная соль у меня нету. Хорошо, где тогда тут что еще можно найти? Я ничего нигде не знаю больше. Я где-то соль пропустил. Кисть с клеем. Интересная загадка. Да. Да уж, да уж, да уж. Ай-яй-яй-яй-яй.
Блин, тут еще есть простой и сложный. Ну, конечно, я сразу на сложный взял и сбил. Ладно. Самые сложные должны быть вот. То есть либо здесь, либо здесь. Давайте попробуем так. Это мне больше что-то так хочется сделать. Уже никуда эту не впихнешь. Видите, как выходит. Может, эту здесь надо вставить, а эту вот здесь, допустим. Ну, красиво выходит пока. Ага, уже ничего не выходит. Вот это можно убрать и поставить вот таким образом. А сюда... Ага, сюда уже ничего и не поставишь. Да вот так, по углам точно будет ныкаться где-то. А эту бы я вот так поставил. Вот, красиво закрыли уголочек. Теперь надо... Вокруг вот этого точно будут вот эти вот самые простенькие находиться. Так как пить дать? Что-то типа вот этого. Вот это вам, друзья, я задачка, правда? Ну, тут же все красиво соединено. Я бы так и делал. Эту бы, ладно, можно убрать. Вот эту тоже, в принципе. Вот это, в принципе, тоже здесь не смотрится. Это красивее получается. То есть вот самое... Вначале самое главное, самое сложное сложить каким-то образом. Если я поставлю здесь, тогда негде звезду будет поставить. А звезда необходима. То есть звезда, тут остается только вот это место. И уже вот эту сложную уже нигде не поставишь. Значит, изначально тут уже что-то неверно. Хорошо, а если мы вот так сделаем? Очень много... Это может вот так как-нибудь? Это было бы разумнее. О! Ух! За 7 минут я задачку эту решил. Ужасно.
ты, привет, дорогой друг. Сейчас кинет нож в нас. Нет? Ух ты. Может, она придуривается? Этот кот кажется мне знакомым. Так девушка это и была. Какие-то приборчики. Молоток. Тупой нож. Еще одна монетка. I never thought I'd have to bury one of my own friends. People I grew up with are being murdered. It may just be a coincidence, but I'm scared for myself and my wife. I talked to Leo today. He's even more scared than I am. He gets more paranoid after each murder. I received a strange letter and a package. Hank wants my help, but I'm not sure what I can do. There's been another murder. Leo sent me a message saying I'm next. Is he threatening me? So, it was Hank. I never suspected him. At least I'm safe now. Угу, это получается этого гробовщика. Надо навестить друга его, который, в принципе, что-то знает. Так, ну что, друзья, сцена поиска по списку. Угу, ну что-то здесь спрятано. Вопрос, что искать? Кубики, скоробей, гвоздь. Что это такое? Ух ты, я на сценах поиска такие вещи могу искать. Карт. Тип ножа, который до 18 века широко использовался на территории Турции, Армении, Персии и Индии. Лезвие без ножен, в длину насчитывает примерно 22 сантиметра. Нормально так. Его рукоятка выполнена из рога, слоновой кости или черного дерева, а ножны покрывают лишь часть лезвия. Карт, значит, да. Честно, никогда такого не слышал. Кубики. А мне игра лично нравится все больше и больше. Если брать, то обычно за 200 тонометр надувают, а потом спускают. Но все равно очень-очень, друзья, интересно все сделано. Нюхательная соль, я знаю, где продается. Табак. Вон гвоздь кривой. Кроличья лапка. Кисть. Две свечи. И все получается. Две свечи. Ну, вот еще одна. Одна может быть здесь. Нет, там масляная лампа. Где же еще одна свеча?
Вон. Прикольно. Видите, эта сцена, которую только что мы обыскивали, мы уже можем здесь... Эй, только что что-то бралось, я же видел. Ну, друзья, пока что все очень любопытно выглядит. И сцена поиска была очень даже к месту здесь. Ух ты, дождик пошел, вы смотрите. Well, that's all I have for now. I might be somewhere in town later. Oh, I'm sorry I fainted. You startled me. I'm Tom's wife. Or, at least I was. I suppose I'm a widow now. Who are you? Давайте пожестче. I'm sorry. I was just going to finish a few things my husband never got to. I have something for the police, but I'm not sure I can trust you. I'm sorry, but you can never be too cautious. This is the key to Tom's safe. He kept something valuable in it. I worry he was murdered because of it. Please, take a look. I feel awful. I'm going to go home and rest. Please, catch whoever did this to my husband. Ясно. Это была такая в прошлой части. Используйте это устройство, чтобы найти шары памяти. Соберите их все, чтобы появился призрак. Том, ты знаешь меня всю свою жизнь, всю мою жизнь. Ты единственный, кто может мне помочь. Меня разыскивает полиция. Они думают, что я виновен. Пожалуйста, Том, мне нужно, чтобы ты кое-что спрятал. Я получил это от одного парня на пирсе в другом городе. Я еще до конца не разобрался, что это такое, но эта штука очень мощная и опасная. Все, что я могу сейчас сказать, остерегайся кота. Так это, друзья, получается вообще, вот это мне очень нравится, это продолжение, причем прямое продолжение, здесь не просто общий герой. Вообще, если немножко вдаться в историю, во всех частях Grim Facade нигде ни разу не было какого-то упоминания. Мы играем за одного и того же персонажа, либо это идет какая-то смена поколений. Мы ориентировались на то, что меняются продавцы. То есть в каждой части есть продавец, который продает нам определенные товары за денежки, монетки, которые мы находим в ходе игры. Так вот... Сейчас я, друзья, договорю. И исходя из этого, мы с вами ориентировались, что проходят, ну, какие-то... Идет смена поколения. То есть, возможно, детектив первой части расследовал два дела. Возможно, только одно дело он расследовал. Потому что, если я не ошибаюсь, в первой части торговец был старше, чем во второй. То есть, там, получается, скорее всего, был его сын.
Вот, возможно, то есть, да, возможно, там, допустим, мы играем, там, не знаю, за дочку, за сына с первой части, но нигде это вообще не указано. И мы всегда по умолчанию считали, что каждое новое дело, это разные времена, эпоха. И мы играем одного из представителей этого вот большого семейства. Лично я считаю так. Может быть, я не прав. Вот это первая игра, где мы получаем какие-то косвенные улики, что мы играем за одно и то же лицо, которое было в предыдущей части. Еще давайте сделаем такое замечание, что в какой-то части было, в четвертой, по-моему, части мы играли вообще за девушку. То есть у нас детектив была девушкой. За кого мы играем сейчас, это до сих пор непонятно. Если это девушка, то, возможно, все остальные дела, которые у нас были, там и расследование в Венеции, и в прошлый раз, я уже не помню, какой-то там какой-то небольшой городок был, но вот с этой вот штукенцией мы ползали по городу, и сейчас это один и тот же представитель. Но мне что-то кажется, что нет, потому что торговцы меняются. Либо это такое большое семейство, где там папа, дедушка, там условная бабушка, там внук, племянник, они торгуются, потому что в каждой практически части можно было словить пасхалку, а продавцы предыдущей части, то есть там какая-то фотография, какой-то плакат висел. В общем, мне пока все очень нравится. Особенно вот эта связь сюжетная. Ни в одной части, друзья, не было никаких духов. Всегда... Не, ну, было в какой-то части, во второй, по-моему, было привидение, только в одном фрагменте. Ну, в общем, это становится интересно. Снято в приюте, где мы выросли, Лео. Have you found anything useful, detective? Who's your main suspect? Он не подозреваемый. Another suspect of ours. You should investigate him immediately. Take this. You'll find his case in the archive. Вот тоже, смотрите, тот факт, что наш герой не узнает этого кота. Хотя он ему два раза, если бы это был тот герой, спасал жизнь. Но он бы узнал его однозначно. Значит, это другой детектив. Просто ему где-то в уровне подсознания, знаете, как-то по генам, возможно, он чувствует, что какая-то связь есть духовная, возможно, этого кота с нами. То есть через нашего отца или мать, я не знаю, кто был детективом в прошлой части. Дело Уилла Хантинга. Ну-ка еще раз. Бартон Стрит, 37. Дело Лео, он мой главный подозреваемый. Я должен немедленно побывать в его доме. Да, но он не под... Вот это, кстати, которое в прошлый раз было. Я вот этого персонажа где-то помню, слушайте. В какой-то части вот этот персонаж был. Не помню в каком. Но вот это... Тот факт, что у нас становится все больше таких пасхалок, вот это очень крутое дополнение.
вообще к этой игре. Так, привет. Hello, sir. I can take you wherever you need to go. Just give me an address and the fare. Not much, sir. I heard he was caught and that he'll be executed. Mm-hmm. Anywhere you need to go, I'm your man. I just need the address. Мы даже проезд оплачиваем. А если мы тут не все дела завершили? Бартон Стрит 37. Опять кот здесь. Вы смотрите какой. Доски, тупой нож. Но нету. Ой, ну прямо уже не входить. Надо какая-то мисочка. Так, у нас есть молочко, но нету во что его ложить. Видите, как призраки бывают полезны-то. Так, сцена поиска. На этот раз по силуэтам. Так, где здесь паутина? Есть паук, кусочек сыра для мышки явно. А где ж тут норка какая-нибудь? Куда поместить-то? Пока не вижу, и это что не понимаю. Бутылка вина. Змея. Кстати, да. Надо же головы собирать. Они, видимо, на сценах поиска. Не так уж и много сцен поиска здесь получается. Ушной кинжал. Ушной кинжал – это оружие позднего средневековья, получившее свое название благодаря рукоятке строго определенной формы. Впервые появилось в мавританской культуре. Едва появились
Едва появившись в Европе, он начал ассоциироваться с королевской властью. В Италии в эпоху Ренессанса этот кинжал был также известен как любимое оружие наемных убийц. В районе уха получается. Ну да, там находится, по-моему, как это, еремная вена, что ли. И все. А вон где мышка была, вы видели? Какая хитренькая. Лопата каштан. Это не каштан. Кленовый лист. Мешочек с семенами. Стрелки часов. Роза. Вон каштан. Что это я делаю? Ловец снов. Это ж вот сюда будет. Чего это я мучаюсь? Так, кусачки, роза, лопата. Лопату где-то я видел. Кусачки. Ловец снов. Готово. Кусачки. Может быть, тут что-то? Как там? Угу. По сути дела, тут осталось только кот остался и... Вот это как достать, в принципе, неизвестно. Может, как-то доски снять еще надо было бы. А если мы съездим бесплатно хоть? Просто ради проверки. Неужели тут все? Тут кровь, смотрите. Мне какая-то емкость нужна. Нет, это не здесь. Мы закончили все наши дела. Бесплатное такси, в общем, возит нас. Кто там смотрит? С огнем как надо, крючок сделаем, да. Потом достанем ключик, зайдем в дом, наконец. Get out of my house. Тихо, нас могут убить. Отвертка. Ну, вот тот момент важен, что попытались мы это уже. Так. Уже интересный момент.
Вторая загадка, да? Вы не можете по одной мне давать. Готово. Так, а мы тут еще не все проверили. Собираем все монетки. Затушить огонь. Ну, явно не молоком. А тут-то ничего больше и не надо, что ли. Как-то совсем грустно. Бойтесь кровавого Стэнли. А тут что написано? Кровавый Стэнли доберется до каждого. Это явно кто-то повернутый. Миска. Вот это и все. Давайте сходим с котом разберемся. И там кто-то появился. Doing here? Why should I believe you're with the police? You just look like a guy lurking around. Oh, so you are. Well, I have to tell you something. That guy Leo killed my cat. I'm sure of it. He's always been weird, and now he's dangerous. Please, arrest him. Oh, here, he dropped this key. I hope it helps. Это новая ручка от ящика, которую вы заказывали. Отмечаем неприятный, наверное, факт. Ну, для меня он не настолько неприятный, но все же хотелось бы, чтобы такого не было. Второй раз подряд одна и та же сцена. Да, предметы старые не появились. Это, в принципе, плюсик, но всегда это считалось минусом, когда одна и та же сцена повторяется два раза. Хотя, логически, с другой стороны, что в этом плохого, если выполнены определенные условия, то есть поиск не повторяется, то есть если, допустим, бывает идет две сцены в подряд поиска и все по списку, это да, тоже не так интересно. А здесь немножко разные ситуации. Там что-то мы искали, применяли, потом по списку, сейчас вообще какой-то разнобой пошел. Смотрите, в доме есть кто-то еще. Возможно, он в опасности. Мне кажется, что, скорее всего, Лео в опасности. Вот оно как. Их там двое. И заметьте, вот этот момент я мог же не посмотреть наверх. И мы бы диалог такой маленький не прочитали бы. Перчатки тебе надо, да? Спасибо за то, что заказали ручку для ящика, которую необходимо заменить. Она имеется в наличии, будет немедленно вам отправлена. Не забудьте проверить ваш почтовый ящик. Колесо.
Непонятно, что тут надо делать. Идет основа. То есть раньше ставить этот не хотел. Сейчас уже начал. Какой-то камень нужно найти ему. Видимо, он где-то лежит. Да, брусок этот, его здесь нет. Где-то еще, значит, есть. Хорошо, а что ж тогда делать, если... Если... Не выкрутишь ничем. Перчаток у меня нет. Ножницами он обжигается, типа. На кухне у нас надо точильный камень. Снято в приюте, где мы выросли. Хорошо. Там надо ручка, которая находится вот здесь, а здесь мы не можем... Не порежешь ты, да. Ходим точильный камень, друзья. Точим нож, открываем это, открываем ручку стола. Там лежит отвертка. Мы двигаемся дальше. Но у нас нету точильного камня. А точильный камень находится здесь. Чтоб его взять... Молока полить еще. О, как. Какой у нас, слушайте, предусмотрительный детектив. С вами, друзья, все это наперед читали. Сейчас будет перестрелка. Думаете, мы так просто пистолет в наличии имеем? Передвиньте серебряную фишку на пустое место на пластине. Нажимайте на стрелки, чтобы вращаться здесь таким образом, чтобы фишка могла передвигаться по линиям. Сейчас. Стоять вы арестованы, это глупо. Кто вы, тоже глупо. Надо положить пистолет и поговорить, но так, чтобы можно было, если что, его схватить, потому что в любом случае надо стрелять либо в голову ему, там маска, может она пулю отобьет, но надо быть хорошим этим. Давайте стоять вы арестованы. Лео Крейгс guilty. And I'll be the one to bring him to justice. You deserved it.
Вот и стреляй. Не понял, ты же стрелял. Ладно, друзья, давайте на этом моменте, наверное, остановимся. Выйду я в меню. Ну, вот такая игрушка, вы знаете, мне лично все пока нравится. Очень так неплохо получается сюжет. В принципе, по сути дела, всегда в Grim Facade убийцей виновным был кто-то из окружения. То есть здесь не так много действующих лиц, и чаще всего можно догадаться. Из всех пока кто был, у нас есть только два человека. Это супруга того, кто умер, как это там... Супруга гробовщика, получается, и сам инспектор. Ну, если логически рассуждать, как убийца мог узнать, что я прибыл для расследования? Это знал только вот этот капитан полиции, по-моему, самый молодой, как его там по званию, честно, не запомнил. Это раз. Как убийца мог знать действительно, что жертва должна какие-то записки делать? Это два. Вот. То есть инспектор подходит больше всего, но не знаю... Третье лицо, мы его даже ни разу не встречали. Хотя еще вот эта девушка была, у которой кот якобы пропал. Тут такие второстепенные персонажи с другой стороны есть. Может, как-то они в этом задействованы. Торговец, вряд ли он нам продает вещи. Кучер, ну, с другой стороны, тут персонажей больше, чем мы думаем. Ну, посмотрим, кто будет убийцей. Меня сразу вот с первого вот же момента почему-то инспектор как-то очень так... Сам себя вот именно подставил, сказав, что убийца не мог знать то-то, то-то, то-то. Но это мое мнение, не факт, что оно верно абсолютно. Вот. Но если говорить об остальных моментах игры, мне очень нравятся сцены поиска здесь. Да, одна из них повторилась два раза, но вот сам вот этот подход, как это красиво реализовано, и вот как у Mad Head Games, это очень круто вписано в антураж в тот момент вот этого, когда вот это надо, то есть... Допустим, сцена поиска с той девушкой, когда она лежала без сознания, вот именно мы занимались ей, там померили давление, это вот число 120. То есть откуда вот, это не просто какая-то надпись на стене, которая нам зачем-то надо, зачем нам надо число 120, вот зачем для поиска нам число 120, если бы это был другой поиск, нам просто бы где-то на стене на листике написали бы эту циферку. А здесь действительно нам надо было померить давление. То есть 120 это было ключевое какое-то вот точка. Возможно, у нее такое давление было там верхнее, получается. Вот, то есть вот такие вот моменты интересно реализованы. Во-вторых, были интересные головоломки, особенно первая, где вот сложно было и легко. Вот это можно было выбрать, пока нам такое больше не встречалось. Остальные головоломки вроде бы без выбора уровня сложности, но даже то, что мы видели, в принципе, довольно интересно и занятно. Я вообще люблю, чем больше загадок, тем, по мне, интереснее игра. Вот, ну, единственное такое, конечно, упущение, очень мало действий между локациями, то есть, фактически, все события происходят на двух локациях максимум. Мы там находим почти всегда сразу все вещи и перемещаемся на следующую локацию. Это, конечно, наверное, упущение, но, с другой стороны, больше разработчики больше внимания могут уделить непосредственно самому сюжету. То есть мы не отвлекаемся на вот эту беготню между локациями. Там побежали на второй этаж, взяли ключик, побежали в подвал, открыли там шкатулку, побежали опять на второй, взяли там какую-нибудь, там, не знаю, подставку, побежали на первый, где-то что-то подставили, взяли, побежали в подвал, там сцена поиска. То есть вот такая вот беготня, да, с логической точки зрения это скучно, бред и неправильно. Но с другой точки зрения, с точки зрения жанра, в который мы играем, это в принципе считается нормой. Здесь эта норма не выполнена. Но на мой взгляд это все равно дело вкуса. Остальные-то аспекты соблюдены, это сцены поиска, это головоломки, они очень интересно вписаны. И мне кажется, что разработчики стараются здесь вот именно уделить большое внимание сюжету. Вот. Ну и похвален тот факт, что убийца действительно оказался убийцей. Это не какой-то не муляж. Ну и вообще Grim Facade славится, в кавычках, естественно, своей такой вот жестокостью. То есть здесь действительно второстепенных персонажей рубят в капусту. А как мы видели в прошлой части, так и главного героя не жалеют. Благо у нас был крутой кот. Плюс еще хочу добавить, очень много пасхалок здесь.
связанных с предыдущими частями, вот именно меня даже заставило задуматься, не тот ли это герой, который был в прошлой части, но так как он не узнал кота, то, естественно, это уже какой-то родственник, возможно, сын или дочь, не знаю. Вот это вот единственный вот этот вопрос, который не дает мне покоя, за кого мы играем и где мы вообще в каких еще расследованиях участвовали. Но вот эти моменты, что мы вот этих призраков можем вызывать, этот код, какие-то там газетные отрывки, какие-то наброски, где-то дела, они как-то пересекаются с предыдущими частями. То есть это не просто главный герой, который был в прошлом деле и появился в новом. Вот это больше связывает, это больше мне лично нравится. Я думаю, вам тоже. Все, друзья, это мое такое заключение. Пока что все очень мне нравится. Посмотрим, что будет дальше. Но Grim Facade, надеюсь, еще сможет меня удивить. Вот, все еще впереди. А на этом все, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Если вас заинтересовала игра, то ссылочка на нее, как всегда, находится под видео. Всем пока-пока. Играйте только в хорошие игры. До новых встреч.